Всем привет. Знакомый принес такой ноутбук. Здесь что-то с зарядкой, зарядки нету. Посмотри, вроде как гнездо сломалось. Смотрите, что здесь с гнездом случилось. В таком вот состоянии здесь гнездо. Здесь вот все разломано. Разъем для сети весь повыломанный. Зарядку все гнездо сломано. Также ходуном отходят все петли разболтанные. Скорее всего, все раскрутилось, либо выломалось. Так вот все болтается. Тут будем разбирать. Смотреть, что можно с ним сделать. Крышечка вот эта вот выломана. Болтик на ней вырванный. Раскручиваем болты. Разбираем. Раскрутил все болты, снимаем крышку. И здесь вот такая вот маленькая платочка. Раскручиваем крепежные болты и платы. Открутил болты крепления платы. Снимаем все шлейфы. Включаем разъемы. Плату Wi-Fi. Шлейф клавиатуры убираем. Разъем матрицы убираем. Сняли плату. Система охлаждения вся забита пылью. Плата вся в пылище. Разъем, как я и говорил, сетевой весь сломанный. И разъем для блока питания тоже выломанный весь. Будем менять разъем питания. Отчистил плату от пыли. Сейчас надо снять этот вот разъемчик. Наносим флюс. Греем феном. Сняли разъем, удаляем остатки припоя при помощи оплеточки. Убрал остатки припоя оплеточкой, отмываем флюс отработанный. Все, приготовил плату к запайке. Такого же абсолютно разъемчика не нашлось. Будем менять вот на такой пластмассовый. Этот был установлен вот так. Пластмассовый установили вот снизу. Ну а так он по корпусу все подходит. По распиновке точно такой же. Тоже от ноутбука Samsung. Будем его запаивать. Наношу флюс. Разъемчик запаял, отмываю флюс, флюс отмыл. Так, плата готова к установке. Так это все выглядит. Теперь переходим к корпусу, посмотрим, что можно сделать. Вот оно, крепление петель, болтается все, болты раскручены. Сейчас затянем болты. Нет, затянуть болты не получается, там, скорее всего, выломано все. Будем снимать крышку, ремонтировать корпус. Снял крышку с матрицы, а здесь, где должна крепиться петля, вот так вот все выломано. Сейчас буду восстанавливать место. Вот так вот восстановил крепление петель. Все теперь будет крепко, надежно. Собираем все
на место. Установил крышечку. Закручиваем петли. Петли закручены. Материнскую плату теперь на место устанавливаем. Установлена плата. Прикручиваем плату. Плату прикрутил. Дальше подключаем все шлейфы разъема. Шлейф тачпада. Разъема. Шлейф клавиатуры. Разъемчик динамиков. Разъем матрицы. Устанавливаем на место Wi-Fi модуль. Включаем Wi-Fi антенну. Так, здесь все собрано. Одеваем крышечку. Так, надел крышечку заднюю. Закручиваем на место болты. Так, устанавливаем жесткий диск. Прикручиваем жесткий диск. Закрепил жесткий диск. Закрепил все корпусные болты, какие были. Не хватает несколько болтов. Устанавливаем DVD-привод. Фиксируем DVD-привод болтиком. DVD-привод зафиксирован. Устанавливаем крышечку. Крышечка тоже вся вот выломанная. Непонятно, что с ним хозяин делал. Закрепил болт крышечки. Ноутбук собран. Подаем питание в разъем, который мы заменили. Если все нормально, вот этот светодиод. Да, как видите, диодик засветился. Значит, все нормально. Питание подается. Сейчас включим ноутбук. Проверим. Есть. Ноутбук запустился. Ну, на этом ремонт окончен. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.